Накануне на рассвете около 5 утра в Екатеринбурге в 2 кварталах от Южного автовокзала на парковке под окнами офисного центра «Малахит» на Цвиллинга 6 вспыхнула синим пламенем полуразобранная бэха BMW X5, от которой пламя через несколько минут перекинулось на соседнюю легковушку, на «Ладу Гранту», утверждали ранние очевидцы, уточнив, что они заметили столб черного дыма, а потом услышали громкие хлопки и взрыв. У BMW не было ни дверцы, ни капота, сообщил порталу Е1 один из нечаянных свидетелей рассветного воспламенения. Позже в комментариях СМИ пресс-служба регионального управления МЧС констатировала факт гибели в огне на площади в 12 квадратов «Лады» и «БМВ», добавив, что огонь опалил еще и 2 легковушки по соседству «Киа Рио» и минивэн «Фольксваген Шаран». Тушили пламя 7 бойцов пожарного подразделения, прибывшие на 2 спецавтомобилях с мигалками. По какой причине «Красный петух» до смерти заклевал 2 машины, не сообщается. Но версия о преднамеренном поджоге, судя по всему, у дознавателей не в числе приоритетных.